И, наконец, учитывая скорость распространения нового штамма, я вынуждена обратиться к нашим гражданам быть максимально внимательным к своему здоровью. Новогодние праздники, которые не за горами, и сегодня многие граждане планируют свои поездки, планируют свой отдых в новогодние праздниками, в том числе и за рубежами Российской Федерации, но сегодня очевидно, что лучше сделать это дома. Ситуация развивается в разных странах по-разному. Я уже сказала о темпах прироста в различных странах и Европы, и Африки. И меры реагирования в каждой стране санитарными властями и правительствами стран могут быть также самыми разными. Сегодня есть риск получить новую инфекцию, новый вариант штамма, и есть риск остаться где-то на неопределенно долгий срок по решению той или иной страны. Поэтому я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан Российской Федерации, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно, и у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем, и потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью.